7 августа в Волжске вновь возобновило свою работу родильное отделение Волжской центральной городской больницы. 7 августа 2020 года родильное отделение вновь начинает работать как родильное отделение в городе Волжске. В соответствии с методическими рекомендациями при перепрофилировании зданий в предыдущем своем режиме работы есть специальный регламент. Он соблюден полностью. Напомним, ранее отделение роддома было задействовано как стационар для больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Дезинфекторы и специальная служба провели полную дезинфекцию, включая вентиляцию. Далее была уборка. В понедельник Роспотребнадзор взяли смывы. И вот вчера была официальная информация о том, что все смывы на РНК, ПЦР, РНК вируса отрицательные. Поэтому уже рожаем. Штат сотрудников остался такой же. Все сотрудники перед возобновлением работы, опять же, в соответствии с регламентом, сдали ПЦР-мазки на РНК вируса. И после этого были допущены к работе. Снижение количества зараженных COVID-19 и пневмонией позволило вновь вернуть к прямой деятельности родильное отделение Центральной городской больницы Волжска. Вирус он все равно есть, риски заражения все равно есть, и необходимо быть осторожными в общественных местах, то есть все соблюдать, как до этого, особенно беременным, чтобы не рисковать ребенком.